Еда в Дагестане признана одной из лучших в стране. Специалисты сервиса по поиску работы узнали у россиян, где самая вкусная еда. В топ попали Махачкала и набережные Челны. Всего в опросе участвовали 1500 жителей Москвы и Петербурга, а также по 1000 человек из городов-миллионников. Респонденты отмечали, что для любителей недорого и главное вкусно поесть, Дагестан – это лучшее место.